вот сейчас. А как же? Да. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я, собственно, выбрал для разговора вот такой вот отрывок. Это, значит, наш недельный раздел Кита-Ц в книге «Дворим 21-й перек», пасуки 18-21. И там совершенно страшный закон декларируется. «Если будет у мужа сын буйный и непокорный, не слушает голоса отца своего и голоса матери своей, и будут учить его, и не послушает их, и схватят его отец его и мать его, и выведут его к старейшинам города его и к воротам места его, и скажут старейшинам города его: наш сын, этот буйный и непокорный, не слушает голоса нашего, обжирается и напивается. И забросают его все мужи города его камнями, и умрет, и искорени зло из среды твоей, и весь Израиль услышит и вострепещет». То есть, понимаете, возникает некая ситуация, когда не просто ребенок что-то такое нарушает, в чем-то не согласен с родителями, но он, в принципе, не подчиняется родителям. То есть они будут учить его, а он не послушает их. И вот вместо того, чтобы нахлопать его по попе, как это было принято в те времена, значит, его отправляют непосредственно в городской суд, и в этом суде, так сказать, главное обвинение против сына состоит в следующем. Он не слушает голоса нашего, то есть он нарушает заповедь, по сути дела, чти отца своего и мать свою, и он обжирается и напивается. Ну, дальше в устной традиции уточняется, что обжирается, значит, за раз съедает какое-то невероятное количество, примерно килограмм, и в переводе на метрические меры, мяса, и выпивает там пару литров вина. Вообще говоря, может быть, это действительно обжирается и напивается, но если мы вспомним, так сказать, трапезы наших праотцов, скажем, как Ривка приготовила Ицхаку, передала через Яакова трапезу, которую он попросил. Это, между прочим, было два козленка и хлеб и вино, то есть речь... Козленок, даже самый маленький, новорожденный, это больше килограмма мяса. И речь тут идет о гораздо большем количестве. Тем не менее, в отношении ребенка эта ситуация обжирается и напивается. И вот оказывается, что единственная мера взыскания этого ребенка – это смертная казнь. Ну, вещь какая-то совершенно для нас сегодня становится как-то не по себе. То есть непослушного ребенка надо забросать камнями. Что-то дикое, да? До сих пор, когда Тора говорила о смертной казни, то речь шла о идолопоклонстве, о нарушении шаббата, о каких-то таких вот очень важных и серьезных вещах. А тут, ну, я не знаю, можно было бы сказать, что это детская шалость. Но устная традиция, что называется еврейский уголовно-процессуальный кодекс, на самом деле обставляет вот эту вот ситуацию такими правилами применения этого закона, которые делают, по сути, его реализацию практически невозможной. И в тексте Торы нас наталкивает на невозможность реализации этого закона
Вот это вот завершение 21-го пасука. И весь Исраэль услышит и вострепещет. Смотрите. В Израиле происходят преступления. И даже сегодня при совершенно других способах передачи информации, средств массовой информации, социальных сетей и все такое. Много ли вы слышали, так сказать, я не знаю, о том, что в городе Хайфа во время криминальной разборки кто-то кого-то ткнул ножом? И что вы об этом слышали? Или кто-то нарушил правила движения, произошло дорожно-транспортное происшествие, и кто-то в нем пострадал. И вы помните фамилию этого человека, который нарушил правила движения? И в те времена, например, в стране было несколько городов, да? Три только в Зайордании. Города, в которых, значит, мог скрываться неумышленный убийца. Значит, эти убийства были, но о них не знал весь Израиль. Значит, о них знали жители города-убежища, о них знала семья убитого, о них знала семья неумышленного убийцы. Но весь Израиль об этом не слышал. И нигде, ни в каком тексте не сказано, что вот произошло некое такое уголовное преступление, и весь Израиль услышит и вострепещет. Из этого можно сделать вывод, что на самом деле эта ситуация настолько необычна, настолько из ряда вон выходящая, что если... Знаете, как говорили наши мудрецы, и если Санхедрин раз в 70 лет приговаривал кого-то к смертной казни, то такой Санхедрин назывался Санхедрин кровавый. Так вот, если когда-то раз в 70 или раз в 170 лет возникала ситуация, когда Санхедрин приговаривал вот этого непослушного сына к побиению камнями, то это было настолько из ряда вон выходящее событие, что весь Израиль об этом немедленно узнавал, и для всех детей это был дидактический пример: ведите себя хорошо, а не то вот будет ай-яй. Но я хотел говорить не об этом, потому что Тора, конечно, не ограничивается декларацией такого закона. Тора говорит нам о том, откуда берутся такие непослушные дети. И каким образом можно пресечь эту ситуацию, что называется, на дальних подступах. Не просто ограда вокруг заповеди, а на что надо обратить внимание в иных действиях, для того, чтобы не доводить ситуацию до возникновения такого непослушного сына. И для этого посмотрим, как у меня двигается, на предыдущие три пасука. Значит, вот непосредственно перед этим текстом про непослушного сына сказано: «Если будет у мужа две жены, одна любимая, а одна ненавидимая, и родят ему сыновей, любимая и ненавидимая, и будет сын-первенец у ненавидимой, и будет в день распределения на дело его сыновьям его, того, что будет у него», то есть в день передачи наследства, «не сможет сделать первенцем сына любимой перед сыном ненавидимой первенцем, а первенца сына ненавидимой признает в качестве первенца, дать ей вдвое больше во всем, что найдется у него, потому что он, начаток силы его, ему суд первенства». То есть, возможно, в семье, значит, как мы помним, количество жен
Тора вполне разрешает еврею иметь четырех жен, так сказать, это оговорено некоторыми правилами, но так или иначе Тора не говорит об обязательности моногамии, муж может иметь четырех жен. Но Тора предостерегает, что в ситуации двух, трех и четырех жен возможно разное к ним отношение. И как следствие разное отношение к детям. Где мы с этим сталкиваемся? Это история семьи Яакова. Яков любил Рахель. И хотя первые дети, значит, были от Леи, и первенец Реувен, и родоначальник будущего царского колена Иуда, и родоначальник колена хранителей традиции Леви. Это все были дети Леи. Но, несмотря ни на что, Яаков считал своими любимыми детьми детей Рахеля, Йосефа и Беньямина. И вот это вот разное отношение, так сказать, отца к детям привело, ну, оно не само привело, но, тем не менее, было одним из причин конфликта между братьями. В результате этого конфликта Йосеф, во-первых, был чуть не убит, по крайней мере, брошен в яму, а потом продан в рабство в Египет. И, так сказать, это причинило колоссальные страдания самому Яакову, и, в общем, так сказать, проблем было много. То есть вот ситуация нескольких жен – это ситуация опасная, и Тора предостерегает, что не может, так сказать, отец, что называется, назначать первенца по своему желанию. Кто первенец, тот первенец. Неважно, кто его мама, любимая или нелюбимая. Но лучше сделать так, чтобы ненавидимых жен в семье не было, чтобы все жены и все дети были равно любимые отцом. То есть вот это вот первая причина. Но Тора идет еще дальше. Вопрос номер два. А откуда в семье может взяться нелюбимая жена? И в предыдущих трех пасуках Тора описывает именно эту ситуацию. Когда выйдешь на войну на врагов своих и даст его, то есть врага, Ашем Элохим твой в руку твою, и пленишь плен его, и увидишь в плену женщину, красивую видом, и пожелаешь ее, и возьмешь себе в жену, и приведешь ее в дом твой, и обреет голову свою, и сделает ногти свои, и снимет платье пленения ее с себя, и будет сидеть в доме твоем, и будет оплакивать отца своего и мать свою месяц дней, а после этого войдешь к ней и овладеешь ею, и будет тебе женой, и будет, если не захочешь ее, и пошлешь ее по душе ее, а продавая, не продавая ее за серебро, не используя ее, так, как насиловал ты ее. Итак, Тора описывает вариант, когда еврей может приобрести себе вторую жену. Почему вторую? Ну, здесь момент номер один, что в те времена были приняты достаточно ранние браки. И мужчины, и женщины в достаточно раннем возрасте заводили свои семьи. А призывной возраст для выхода на войну – это, как мы знаем, 20 лет. Более того, как, ну вот, чуть дальше в книге «Дворим» мы об этом узнаем, что когда объявляется призыв в армию, и если есть человек, который совсем недавно женился, то он должен провести в своем доме не меньше года с молодой женой. И только после этого, когда, вероятно, у него уже и дети появятся,
он может идти в войско, потому что оставить вдову после там, значит, вот только-только была хупа, и вот призыв в армию, а на войне, между прочим, не обязательно можно одержать победу, можно и погибнуть. И тогда останется жена безутешной молодой вдовой, так и не успев познать семейную жизнь. Поэтому с высокой вероятностью человек, выходящий на войну, уже жену дома имеет. И значит, здесь идет... Это предыдущий недельный раздел Шафтим. А, в предыдущем? Окей. Ну, было. Да, точно, Шафтим. Значит, и когда пойдешь на войну, да, то пусть построят всех и объявят. Кто посадил виноградник и не начал от него есть плоды? По домам и так далее. Так вот, значит, с высокой вероятностью человек, выходя на войну, уже имеет в доме жену. И речь идет о том, что он может на войне увидеть красивую пленницу. И первое, на что обращают наши мудрецы внимание, что написано: «И увидишь в плену женщину красивую видом». Значит, ну, я... А, ладно. Дело в том, что здесь перевод не очень хороший. Там на самом деле написано, если говорить о ивритском тексте, то «и увидишь в плену женщину», значит, как бы это сказать по-русски, прекрасную одним параметром, по одному параметру. Говорят наши мудрецы, что отличие еврейской жены определяется двумя параметрами. Первое, что она, так сказать, обеспечивает для своего мужа реализацию основного инстинкта. И второе, что она воспитывает общих детей евреями. Да, не случайно наша традиция говорит, что еврей тот, у кого мама еврейка. Да, не тот, у кого отец еврей, тот, у кого мама еврейка. А здесь только один параметр. А поскольку эта женщина из врагов твоих, то очевидно, что она не еврейка. Поэтому какой это один параметр из двух? Удовлетворение основного инстинкта. То есть это единственная причина, почему эту женщину пожелал воин-победитель. Это одно. Второе. Вопрос. Вот женщина красивая видом. Если подумать, как выглядит толпа пленных, то, вообще говоря, это люди, покрытые пылью, грязью, может быть, кровью, и ничего особенно красивого в толпе пленных нет. А вот эта женщина красивая видом. И говорят наши мудрецы, красивая она потому, что она приготовилась к тому, чтобы пленить еврейского солдата. Она приготовилась к тому, чтобы вот проявить все свои стати и, так сказать, чтобы на нее обратили внимание и оказаться женой победителя. И для того, чтобы человек не, так сказать, для того, чтобы человек не ограничился вот этим чисто внешним отношением к женщине, и дает Тора следующие советы. Значит, пускай она обреет голову свою. То есть вот эта вот красивая, завлекательная прическа долой. И пусть она снимет с себя
то платье, в котором она попала в плен. Если она красивая видом, то, вероятно, это ее лучшая одежда и самые симпатичные украшения. Значит, вот это все долой. И пускай, значит, снимет платье пленения и сделает ногти свои, то есть перестанет делать маникюр, так сказать, запустит ногти. И вот после этого она должна сидеть в доме воина и месяц оплакивать отца своего и мать свою. То есть ситуация, что тот, кто взял ее в плен, вообще говоря, ее родителей убил. Причем убил своими руками. В те времена не было автоматического оружия и какой-то там артиллерии, действующей на больших расстояниях. Так сказать, если убил, значит, убил своим мечом. Вот. И вот после этого, когда в течение месяца эта женщина потеряет свою чисто внешнюю привлекательность, и за этот месяц человек, взявший ее в плен, узнает ее как человека, так сказать, а вообще готова ли она принять иудаизм, а может ли она стать хорошей еврейской женой, так вот только после этого он может ее взять к себе в жену. В противном случае, если не будет выполнены, даже при этих условиях, вот месяц, это самое выжидание и все эти условия, но даже при этом, если не захочешь ее, да, то есть всяко может быть, она может стать любимой, может стать нелюбимой, так сказать, и в случае какого-то конфликта ее надо дать ей разводное письмо и отослать ее, не продавая ее за серебро, как рабыню. Таким образом, Тора ставит нам определенное препятствие для появления в семье непослушного ребенка. Значит, первое препятствие состоит в том, что все жены должны быть равно любимы, и нельзя делить детей по признаку мать этого любимая, мать этого нелюбимая. И вторая ограда состоит в том, что если ты берешь свою вторую или, может быть, третью, четвертую жену на войне, то нужно вот с помощью специальных условий не бросаться на первую попавшуюся красавицу. Потому что любая женщина может придать себе красивый вид. Значит, вопрос 40 минут в ванной комнате и наличие всех сопутствующих к этому причиндалов. Так сказать, вещь не самая диковинная. Ну, вот как-то так. Какие есть вопросы? Я думаю, что у народа будет дикое количество вопросов. Вот Шифа наверняка что-то спросит. Я хочу... Вот Нахама, пожалуйста. Да. При всем том, что я согласна, это некоторые Малах, это некоторые здания, которые вы построили, пользуясь определенными комментаторами, которые действительно так считают, тем не менее... Я хочу добавить просто к этому, что всю эту историю красивой женщины читают очень по-разному разные комментаторы. В частности, можно ее прочесть совсем иначе, как то, что Тора требует от победителя уважения к трауру женщине, дать ей возможность не потому, что она хочет, чтобы она стала противной в его глазах, а наоборот, она, в принципе, против того, чтобы насиловать там этих других женщин, и она ограничивает человека в этом, еврея. И если уж она этому разрешает, она требует от него уважения к ее чувствам. Она совсем не такая картина, совсем не такая история получается. Не то, что она жаждала соблазнить победителя. А победитель ее своей рукой забрал без ее согласия, в данном случае не так, как это женится на еврейских женщинах.
и дать ей возможность отойти от этой травмы, дать ей время, чтобы она там сидела, чтобы она смогла пережить травму пленения и смерти родителей. Не обязательно, собственно, он их убил своей рукой, потому что сказано, он увидит среди пленных. Это не то, что он пришел, всех поубивал в ее доме и ее забрал. Есть пленные, да, ты сам описывал такую ситуацию, что они уже пленные, они уже там в лагере пленных находятся. То есть он среди них увидел, то есть неизвестно, кто убил ее родителей. Но это просто, как сказать, другой взгляд на ту же ситуацию, которая не отрицает первой, что вполне возможно, что вторая заинтересована была, чтобы он одумался и передумал брать ее в жены. И связан с этим Голоход. Пройдет Геюр, не пройдет Геюр, это уже отдельный вопрос. Но, кроме всего прочего, очень важный момент, подчеркивается, что Тара, в принципе, хотя она и против такой практики, тем не менее, даже разрешая ее в определенных ситуациях, требует от человека уважения другому человеку, даже врагу, дать возможность ей пережить травму. Это то, что я хотел сказать только. Но это все-таки, я дико извиняюсь, конечно, мне странно, что Шифрова, вообще говоря, не говорит то, что я говорю, потому что я так понимаю обычно направление мыслей, да? Ребят, мы дикими вопросами занимаемся, я как бы, либо человечество ушло как бы далеко от Торы, так, если предположить. Вообще, о чем мы говорим? Мы говорим о вещах, которые вообще в цивилизованном мире вообще не приняты совершенно, на мой взгляд. Они не приняты, но они даже Это противоречие Женевской конференции. Вы когда-нибудь слышали, что вообще в Израиле были какие-то отдельные случаи, когда солдаты там в Ливане входили в дом или там на территориях и забирали какие-нибудь как бы вещи в качестве сувениров, был дикий скандал. Что значит вообще брать? Послушай, это в Африке делают вообще там геноцид, насилуют женщин, этих самых врагов. О чем разговор? Это отдельный вопрос. Насчет безе действительно очень сильно поменялся наши взгляды. И то, что безе Леша Худи, да, грабежу не притянули руку, это мы вообще встречаем в Библии первый раз только как бы предосудительное отношение к тому, чтобы грабить побежденных. А в принципе, так было заведено в древнем мире. Это совсем другое дело. Седер, но мы учим про наш мир. А по моральному, это совсем другое дело. Ограбить побежденных и в той или иной степени все страны это делают, если не лично, общественная страна побежденная отдает там свои ресурсы. А вот отношение к личности человека может удивлять. Да? Как вообще Тора допускает такую вещь, как насилие на других? Это было принято там всюду и всегда. Я не говорю, послушай, я понимаю, что было принято. Дай мне договорить. Гораздо позднее времена там обсуждают вообще, можно ли верить женщине, что ее не изнасиловали в плену или нельзя. То есть это как бы принято, что их насилуют всюду и всегда в плену. Но, тем не менее, у меня все равно остается вопрос, как Тора это допускает? Почему она однозначно не запрещает? Это вопрос. Я не хочу, то есть, по моему мнению, сказать, что тогда все грабили, это нормально, это можно так сказать. А вот тогда сказать, что все тогда насиловали, это нормально, это нельзя сказать. Поэтому тут... Рашнияна, сама постановка вопроса, я слышал это не раз, я честно говоря, ни разу не слышал нормального ответа. Вообще, сама постановка вопроса о том, что ты не сможешь совладать, и поэтому мы тебе разрешаем. Ну, тут куча такого, послушай. Ну, а если ты видишь Эшет Иш, а если ты видишь жену ближнего не можешь совладать? Ну, а если свинью хочешь съесть? Ну, по поводу любого... А если ты Йом-Кипур хочешь поесть? Ну, почему? Почему поблажка? А что, мы не встречаемся с этим каждый день у нас? Что человек хочет какую-то бабу, он ее берет? Я лично в своей семье с таким... Седер, ну, здесь Тора разрешает. И мудрецы говорят, что Тора знает, что он не может совладать. Что за принцип такой? Нет, наоборот. Не говорит, что... Нет, секунду. Это тоже добавил от себя, что он не может совладать. Нету там такого? Есть вот такого. Говорит, это негид ецерара, что он все равно ее возьмет. Негид ецерара. Это уже говорят наши мудрецы.
И опять же, комментарий к тому, что они сказали, что они имели в виду негид ецерара, это можно понимать по-разному. Одни говорят по-простому, да, он не может с собой совладать, как ты говоришь. А другие говорят, это идет негид ецерара, чтобы ограничить его ецерара. То есть он хочет с ней поступить плохо, например, да, изнасиловать и бросить. А мы ему это не разрешим. Мы от него потребуем человеческого поведения, чтобы он ее привел в дом, чтобы он ей дал возможность... Если что, что человеческое, у нее вообще спрашивают, она хочет, не хочет, нет, ее вообще берет. Конечно, да. Если она не хочет принимать гиюр, например. Да причем тут гиюр? Она вообще не хочет с ним идти никуда. Ну хорошо, она не хочет, тогда не пойдет. Она есть принцип. Послушай, есть принципы отношения к пленным, Женевская конференция. Ну, почитай ее. Подожди, при чем здесь Женевская? Потому что, по-видимому, не вышел от этого. Мы находимся не на том отрезке времени. Есть принцип отношения к пленным. Которая вечная, зачем тогда мы это учим? Я не понимаю, но мы же не исторические. Секунду. Потому что на сегодняшнем отрезке времени от нас больше требуется, чем тогда. Это очевидно, что мир продвигается в позитивном направлении. Но и тогда он не может ее насиловать, как будто написано, что инаут, он ее принудит. Но он принудит ее может только до определенной границы. Он не может заставить ее стать его женой. Она просто хочет. Послушай, я хочу заострить, но я понимаю. Представь себе в армии обороны Израиля. Приходит раввин, изучает не... изучает недельный раздел с солдатами. И объясняет им, они ему говорят, дорогой раввин, вы сошли с ума? Мы что, сейчас будем хватать вообще арабок и будем думать, стричь ногти, не стричь ногти? О чем вы вообще говорите? Вот в чем разговор. Это же мы же занимаемся актуалией, правильно? Во-первых, в армии, почему в армии обороны Израиля это неприменимо? Она не служит полтора года где-то там в Афгане. Они каждую субботу, каждую вторую субботу возвращаются домой к своей подруге. А если бы не возвращались? А если не возвращались, может быть, все было бы иначе. Не так просто. Слушай, если бы ты была раввином, тебя погнали бы из армии. Ну хорошо, господа, мы тут бурно вообще обсуждаем. Кто-то хочет что-то сказать? Я хочу сказать. Да. Да, пожалуйста. Сначала вопрос, потом я. Да. По-моему, это была Шифра, которую я, вообще говоря, провоцировал. Нет, Шифра, это вы, нет? Да. Это я хотела, вы правильно меня услышали. Я хотела. Во-первых, мне очень понравилась вот эта ваша дискуссия с Нехамой, потому что я все время... вот это подчеркиваю, что у каждого свой взгляд. Мужчины и женщины видят по-разному. Мужчина не видит женщину, у которой он убил всю семью, и которую он притащил к себе домой, которую он насилует фактически. Он не понимает, что она его ненавидит. Подожди. Я хочу возразить, это неправда, он ее не насилует, это запрещено. Он должен на ней жениться, это в Торе написано. Она не захочет выйти замуж, она не выйдет. Я согласен с Шифрой. Я только думаю, что надо поставить. Либо поставить знак вопроса и сказать, давайте вот, посоветуем, может быть, Нехаме вместе с доктором Леницем, подготовить для нас более обоснованный ответ. Я, например, не удовлетворен, я не знаю, как. У меня вопрос именно по самой теме, по тому отрывку, который мы разбираем с самого начала. И у меня к Раву Юре этот вопрос. Я хотела вот какую вещь спросить. Значит, есть разница... есть разница между тем, что говорил, что написано в книге Дворим, и тем, что было теми законами, которые мы получили на горе Синай и на протяжении пребывания в пустыне. И точно так же я вижу разницу между теми законами, которые должны быть в стране Израиля, в земле Израиля, при еврейской власти, и теми законами, которые происходят в Галуте. И Талмуд – это учение наше, учение Галута.
И то, что говорит Моше Рабейну, он все время говорит искорени, то есть он говорит вот эти страшные вещи, да, вот, например, применить вот это страшное наказание. Но он говорит искорени зло из среды своей. Вы говорите, в современном мире не принято, не принято, но мы же и не искоренили зло. Вот это мой вопрос. Может быть, все-таки действительно нужно вот эти страшные меры наказания применять, чтобы искоренить зло. Юрий? Да, можно сказать три слова? Да, Юр, пожалуйста. Но я к вам уже апеллирую. Да. Значит, момент номер один. Значит, смотрите. Тора дана нам 3500 лет назад. И Тора основана на той повседневной практике, которая была тогда. И главное, что делает Тора, она пытается, вводит вот в эту совершенно чудовищную, с нашей сегодняшней точки зрения, практику, какие-то очеловечивающие ее составляющие. Пытается приблизить то, что есть на самом деле в мире тогда вокруг еврейского народа, к божественному идеалу. Пример. Система рабовладения была повсеместной. Она была и в Междуречии, и в Египте, и в античном мире, и где угодно. И Тора говорит, да, у вас будут рабы, и у вас будут еврейские рабы, и у вас будут нееврейские рабы. Это все так. Так все живут, и вы так будете жить. Но если это еврейский раб, то он может у вас работать 7 лет, а потом отпускаешь его, снабдив неким запасом еды. 6 лет, Юра. Что-что? 6 лет. Ну, на 7-й год. Да. На 7-й он уходит. На 7-й выпускаешь, снабдив запасом продуктов, там каких-то вещей, для того, чтобы раб мог начать свою жизнь. Если это будет не еврейский раб, он у тебя работает, но ты к нему должен относиться по-человечески, обеспечивать его субботним отдыхом, кормить и так далее, и так далее, и так далее. Если сравнить это с отношением к рабам в Древнем Египте или в Древнем Риме, то это, конечно, просто колоссальное движение вперед к гуманности. Это момент номер один. Момент номер два. Значит, я категорически не согласен с этой идеей, что вот эта женщина как бы случайно попала в плен, так сказать, вот на нее упал глаз еврейского солдата. Она сознательно готовила себя к встрече с оккупантами, к встрече с завоевателями. Она одела свое лучшее платье, она сделала свою самую замечательную прическу, накрасилась там, ну, в общем, сделала все как надо для того, чтобы произвести впечатление. Потому что, значит, есть известный из древности идущий обычай, да, что женщины, опасаясь вот изнасилования, опасаясь попадания в гаремы и так далее, как-то вот так вот уродливо одевались, мазали лицо сажей и так далее, чтобы не производить какого-то хорошего впечатления, а наоборот как-то скромненько, по-тихому, сторонкой от этого избавиться. Так что то, что она вот так вот красиво выглядит, и Тора специально говорит о платье пленения ее, это свидетельствует о том, что у нее был такой личный замысел. И, наконец, третий момент, на который я хотел обратить внимание. Я об этом не говорил принципиально. Мне больше вот при комментировании Торы нравится простой смысл текста. То есть, если написано «война», значит, война, где вот махают мечами, там колят копьями и так далее, и так далее. Но есть совершенно другой комментарий,
который говорит о том, что это война человека с злым началом в его душе. Что все вот эти вот описания, они происходят на ментальном уровне. То есть это не война в смысле вот всех поубивали там, друг друга поубивали, кровь течет и так далее, и так далее. Это вот состояние, которое описывает Тора, состояние в душе человека. Мне не очень близок вот подобный комментарий. Мне кажется, что важнее разобраться в простом смысле текста. Война – это война, рабство – это рабство, семья, жена, дети – это семья, жена и дети. Вот, вот что я хотел добавить. Можно мне? Да, конечно. Ну, во-первых, эти три эпизода связаны еще одним очень интересным качеством. Они все связаны так или иначе тем, что Тора предлагает человеку, который не может удержаться, как себя оптимально вести в этой ситуации. Потому что, ну, в состоянии войны человек, ну, представьте себе, что он только что убил человека, у него другое сознание. Мне отец вот рассказывал, как он во время войны, он после войны отходил несколько лет, чтобы стать нормальным человеком. Он психически говорит, люди там нет полноценных. И не зря стоит вопрос о том, чтобы не остаться людьми после войны. И поэтому вот это изнасилование женщины, оно... Женщина может быть вообще заморашкой. Это не принципиально. Но он должен после этого отвечать за свои поступки. Okay. Это та слабина, которая есть в его душе, за которую он должен уметь исправить. Спасибо. Да. Это первый эпизод. Второй эпизод. Две жены. Его же никто на поводке не вел к этим двум бракам. Опять-таки, ему ставят границу. Вот до сих пор можно, а дальше нельзя. Да, вот, да. Можно не любить жену, можно не любить жену, но к детям ты не имеешь права относиться никак по-другому, как чем к правильному. Ладно. Да. И третий эпизод тоже самое. Ставит границу ребенку. Да. До сих пор. Да. Да. До сих пор и дальше. Триматор мяса не ешь. Аркан, да. Спасибо. Микрофон был за детей выключен. Окей, ну хорошо. В общем, у нас есть целый комплекс. У нас есть буря вопросов, на самом деле, которые мы могли бы еще очень долго обсуждать. Но давайте, как бы, поскольку у нас общая идея, это как бы поднять народное самосознание, и чтобы народ давил на раввинов, чтобы они давали нам, вообще говоря, качественные ответы. Окей, хорошо. Тогда мы плавно переходим к Нехаме. Простите, еще один вопрос. Да, я пожалуйста. Эта вещь связана не столько с состоянием в те времена, там 3 тысячи лет назад, а это в первую очередь связано с нами. Надо, вот есть очень важная вещь, когда человек должен поставить себе границу. Окей. Хорошо, да, я согласен. Забава. Окей, мы переходим плавно к Нехаме, правильно? Да, надеюсь. Да, мы перешли. Добрый день всем. Ну, наш недельный раздел, он настолько богат различными темами, очень интересными, завлекательными, о которых можно бы говорить, помимо еще того, что, о чем говорил Юра. Но я вот, следуя некоторой уже сложившейся в этом году у меня традиции или подходу, выбрала тему, которую снова мы можем сравнить, написанное в разных книгах. И, естественно, когда мы видим, что написано там немного по-разному, то в результате сложных комментариев, способов толкования Торы, ну, люди приходят к Галахе, законам, которые, в общем-то, являются в некотором смысле комбинацией двух подходов. Но нас будет интересовать различие двух книг. О каком отрывке идет речь? Как я уже, как может быть, вы видели, идет речь о
понятие, которое называется на иврите килаим, то есть смешение. И я сейчас выведу на экран два отрывка. Один отрывок у нас из нашей книги «Дворим», и один отрывок из книги «Ваикра». В обоих отрывках говорится о смешении. Причем приблизительно о тех же самых смешениях, хотя сейчас можно будет подумать, в чем у нас разница. Итак, написано в книге «Ваикра»: «Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иной породою». Альтербы килаем сказано там, да? Я специально написал в скобках, что здесь употребляется слово килаем. Поле твоего не засевай килаем, да, двумя разными семенами. И одежды смешной ткани, одежды смешной килаем не покрывает себя. Это то, что сказано в книге Ваикра. В книге Дворим сказано у нас в нашем неделе разделе там: не засевай виноградники твоем злаковых семян килаем, а то осветится урожай посева, который посеешь ты, и плоды виноградника. Осветится — это значит и к дышу, да? То есть в данном случае имеет значение запрет, да? Ходыш — это в разных случаях означает разное. Всегда это нечто, что у него есть специальное назначение какое-то. Например, запрет полный или посвящение Всевышнему, или другие какие-то варианты. То есть в данном случае икдышу они, то есть, значит, они будут запрещены. Не пошли на быке и осле вместе. Тут у нас нет слова килаем. Не надевай шатнес, то есть имеется в виду шерсть и лен, опять вместе. В отличие от Ваикра, у нас здесь три различных стиха. Ну, и поскольку тут есть люди, которые любят или могут, во всяком случае, сказать что-нибудь, я хотела спросить, какие еще отличия мы заметили, или общие, или конкретные, между двумя формулировками. Нет желающих. Ну, тогда я остановлю этот показ и пойду по той схеме, по которой я хотела идти. Когда мы доберемся до различий, то до них дойдем. Я хотела сначала сформулировать общий вопрос в отношении этих запретов, поскольку есть разногласия между разными комментаторами. Относятся ли эти запреты к некоторому типу запретов, который называется хок, да? То есть непонятный, необъяснимый запрет, который мы не можем постичь своим разумом. Известный закон о красной корове, то есть каким образом добывают пепел красной коровы для того, чтобы можно было очистить нечистого по мертвым, рассказывает Мидраш, что Соломон, царь Шломо, толковал все законы, объяснял их смыслы, пока не столкнулся с этим законом, и тут он перестал толковать и сказал: нет, тут я ничего не могу понять. Тут человек бессилен, почему должно быть так, не должно быть иначе. На самом деле, не надо понимать этот мидраш буквально. Он идет к некоторому крайности. Вот я совсем ничего не понял, значит, есть законы непостижимые. На самом деле, даже в самом непостижимом законе всегда мы можем найти какой-то смысл. Поэтому вопрос стоит скорее так. Толкуем ли мы смысл закона в Торе? Объясняю. Мы, читая какой-то закон,
говорим, что его смысл нам понятен. И поэтому в том случае, если смысл закона исчезает, тогда и закон уже становится недействительным. Например, в Талмуде такой мудрец Раби Элиэзер, известно, что он толковал смысл закона. Привожу пример из Талмуда, то есть из Торы. Есть такой закон, что нельзя, нужно возвращать одежду, если взял в заклад у вдовы там, и так далее. И Элиэзер говорит, там, этот закон относится к бедной вдове, потому что если, если ты, тебе нужно будет возвращать ей каждый вечер одежду, которую ты у нее взял в залог, то ты будешь каждый вечер шляться к ней домой, и это приведет к тому, что будет нехорошо говорить об этой вдове. Вот это такой вот каждый вечер к ней шляться. А к богатой вдове, если ей не нужно возвращать каждый вечер ее единственное пальто или там одеяло, тогда этот закон не относится. Ты можешь брать у нее в залог. Так, мы как бы понимаем смысл, почему запретили брать этот залог, и тогда мы можем сделать различие между бедной и богатой вдовой. Это вкратце. То есть, зная смысл закона, понимая его смысл, Раби Элиэзер говорит, мы можем в разных вариантах судить по-разному. А мудрецы не, не всегда толкуют смысл закона. Он говорит, так написано в Торе, так мы должны поступать. В данном случае, например, если мы посмотрим на две различные формулировки законов в книге Ваикра и в книге Дворим, то в книге Ваикра она больше похожа на хок, то есть на необъяснимые законы какие-то. Во-первых, потому что там сказано, по-русски это сказано, уставы мои соблюдайте, а на самом деле там сказано хукатай, да, мои уставы, употребляйте слово хок. Ну, если употребляется слово «хок», скорее всего, они необъяснимы. Потом они идут все как бы одной пачки. Если это общий принцип, который вам не понять, не смешивайте ничего. Ничего не смешивайте, не надо смешивать. Не смешивайте породы, не смешивайте злаки, не смешивайте одежду. И больше того, тут не уточняется, какие злаки, не уточняется, какая одежда. Не смешивайте, не смешивайте, это плохо. Поэтому некоторые комментаторы говорят, что основная идея тут в том, что Бог создал мир совершенным, все в нем прекрасно, а вы вот пытаетесь своими робкими попытками что-то такое исправить, улучшить. Не стоит этого делать. Ты скрестил осла с лошадью, ничего хорошего не получится. У этого создания не будет потомков. А в жизни очень важно продолжение. Ты сделал для себя, для какой-то своей нужды какого-то мула, но этого мула не будет детей. Это неправильно, это неправильный изначальный ошибочный путь, не соответствующий замыслу Всевышнего. Что ты можешь сделать? И не смешивай вообще ничего, никогда. На всякий случай не смешивай, потому что старайся соблюдать так мир в таком виде, в котором его Всевышний создал. Такой подход на самом деле не совсем еврейский, потому что мы видим в других местах, например, обрезание. Человек сделан совершенным. Зачем же тогда Бог заповедует сделать ему обрезание, улучшить чего? И в этом есть известный митраж, когда Рабби Акива спорит с Турмозробосом, тот его спрашивает с такой подковыркой, чьи дела лучше, Всевышнего или человека? Не уточняя. А Рабби Акива понимает, на что намек? Намек на обрезание. Вот, человек хочет проехаться по поводу обычая еврейского делать обрезание. Типа не нужно исправлять человека. Он и так совершенен. И Рабби Акива ему отвечает, а что лучше, жевать зерно или есть сладкие булочки? Понятно, что человек есть возможность
вмешаться в делотворение, исправить, добавить. И это одна из его задач. И поэтому очень важно нам понимать и разделять, где мы должны и вмешиваться, исправлять, изменять, и где мы должны остановиться. Кстати, интересно, что это связано немножко с тем, о чем мы говорили выше, знать границы. Теперь продолжим про различия. Как мы уже говорили, вы играете все в одном стихе, и одна большая заповедь, а говорим это три стиха. И они еще отличаются тем, что там слово «кинаем» встречается только в одном из них. И поскольку в книге «Ваикра» мы видим повеление такое общее, да, все злаки, все ткани, все как бы не смешивай. А в дворим у нас более конкретные заповеди. Сказано, не засевай виноградники твоем зла. Очень ограничено как бы это заповедь. И сказано, не паши на быке и осле вместе. Вообще не то, кстати. Да? Если кто не обратил внимания, там сказано не скрещивай, а здесь сказано не паши, на самом деле по галахе запрещено и то, и другое. Но тут гораздо более понятно. В том случае, когда нам больше конкретизируют эти заповеди, нам ближе и легче понять смысл этих заповедей. Так, например, почему нельзя пахать на быке и осле вместе? Потому что это доставляет животным неприятности. Они разные. Я даже не помню, в какой-то книге я читала, кто-то там говорит, что не делайте этого. Не еврейской книги, потому что у него такое дыхание, сякое дыхание, оно ему мешает. А может быть, это и в еврейской книге было? Не помню. Короче, всем понятно, что они разные животные. Они в разном темпе, в разные силы и так далее. Вместе пахать для них сплошное мучение. И книга «Дворим», которая, в общем-то, общий ее дух, это создание правильной социальной атмосферы, правильных взаимоотношений между людьми, в принципе. А, кстати, помимо этого и правильного отношения к животным, милосердие к животным, это тоже одно из тем книги «Дворим». На самом деле запрещено и то, и другое. И скрещивание, и пахота. Есть комментаторы, которые связывают это между собой, потому что если ты на них вместе пашешь, они уже там между собой будут искрещиваться, и, может быть, и наоборот, но и ни то, ни другое не следует делать. Но, тем не менее, книга «Дворим», она более понятна, потому что у нас более конкретные указания. И комментарии, на самом деле, если даже мы не очень понимаем, в чем проблема надевать шерсть и лен, на самом деле, такова Аллаха, потому что если нам в икра сказано вообще ткань, то тут конкретизируется. И сказано шерсть и лен. Поэтому шерсть и хлопок не запрещено, а именно шерсть и лен, как сказано в книге «Дворим». На самом деле есть очень разные объяснения, как нам все это понять. Например, Рамбан пишет, что взаимодействие нашего мира с высшими мирами очень тесное. И есть какие-то смеси, которые мы делаем, перемешиваем что-то в этом мире. И это может влиять пагубно на высшие миры. Кажется, это тоже вот что-то вроде хок, да, что мы не можем понять, что-то там в высших мирах испортил из-за того, что я здесь надел на себя смешанную ткань. Но это все же приближает там, к какому-то символическому пониманию этого запрета. Потому что и в нашем мире есть вещи, которые запрещено смешивать. Например, надо разделять милосердие и суд, да? Если там мы возьмем шерсть как символ
суда Лен как символ милосердия или наоборот, то мы должны понимать в нашем мире, что для каждого свойства душевного, которое проявляется в этом мире, есть свое место. Если мы находимся в суде, там нет места для милосердия, там должен быть суд. А если мы хотим проявить милосердие, ты не должен подходить с мерой суда. Ты не должен приходить к своему ближнему, если ты хочешь ему помочь, и говорить, а ты сам виноват, что ты, на тебя постигли такие несчастья. Ты хочешь ему посочувствовать, посочувствуй, помоги, а нечего его в данный момент судить. Это только пример. И можно привести и другие объяснения, некоторые. Почему в книге «Дворим», например, символически, я имею в виду, почему книга «Дворим» запрещает сеять виноградники. Например, можно сказать, что виноград – это символ Ганедена, сада Эденского, с которого человек был уже изгнан, а пшеница – это хлеб, это то, что сказано в поте лица, будешь есть хлеб свой. И человек не должен смешивать это. Он не должен думать, что он находится еще, уже в Эденском саду, и что там можно так же само есть хлеб. Есть и другие объяснения, почему это. Более практические, например, что если человек будет сеять пшеницу, виноград еще не созрел или только начинает созревать, а человек уже приходит косить пшеницу, и он может соблазниться и съесть те плоды, которые, первые плоды, которые, в принципе, он должен принести в храм Бикурим. Ну, это такие практические объяснения, наряду с символическими. А также, например, можно привести такое объяснение, что шерсть телен – это символ растительного и животного царства. Почему мы должны между ними различать? Потому что все же животные и растения, при всем том, что и то, и другое дано нам в пищу, есть большая разница между ними. И в пищу, и мы животных можем и пищу употреблять, и пользоваться и шерстью, и пользоваться их работой. Тем не менее, мы должны понимать, что это животное – это не растение, что у него есть чувство, что нам запрещено причинять ему лишние мучения, как это может быть и связано еще и с тем, что нельзя на двух типах животных пахать вместе. То есть какие-то границы в этом мире, которые тебе не следует нарушать, не смешивать. Нехорошо тут упоминать, наверное, Владимир Ильич Ленин, но он говорит, прежде чем объединиться, надо нам как это? Прежде чем объединиться, мы должны хорошенько размежеваться. Размежеваться, да. Я хотела еще привести здесь слова Рава Кука, но я закрыла. Где-то у меня было. Вот. Сейчас, одну секундочку, я его открою. Опс. Может быть, он будет немного, кажется, сложным, потому что у Рава Кука очень много сложных. Но это как бы связано с тем, с двумя какими-то различными аспектами, которые человек должен разделять. Да? И то, что, в принципе, очень многие вещи делятся на... то, чем в их использовании, можно так сказать, наверное. Ну, я попробую сейчас это, с этим отрывком поделиться. Сможем что-то понять? Сможем? Нет, так нет. Два источника светят в Израиле. Со всеми ее стремлениями во всем мире, в человеке, во всем живом и во всем сущем. Это чистая нравственность, да?
И знание о том, что все проистекает от призыва к имени Бога, и что все света исходят от Него. Нравственность без источника – это внутренний свет. То есть есть некоторое понятие о нравственности и у человека внутри себя. Центральный, у которого нет внешнего света, огибающего источник Маки. А это кабала такая. То есть, с одной стороны, есть свет, который исходит от высшего источника, от Всевышнего, а другое – внутренний свет, который человек сам его ощущает. В конечном счете он ослабляется, и ценность его положения также уменьшается. В проявлении в душе в связи с Богом, если нравственность и ценности не освещают ее должным образом, сущность внешнего света теряет свою ценность. То есть есть некоторая внутренняя нравственность, инстинктивная, которая мне очевидна и понятна, я могу ее объяснить. То, что мы пытались сегодня объяснить, то, что вот нам книга «Дворим» раскрывает, то, что мы как бы можем найти в этом смысл. А кроме того, есть некоторый внешний источник света. То есть то, что в каком смысле это можно отождествить этим законом Хок. Абсолютным законом, который приводится в книге «Дворим», который связан с высшей, с высшей святостью, со Всевышним. И одно без другого просто... То есть мы в разных книгах видим разные аспекты. В книге «Дворим» более понятное, более близкое нам, необходимое для построения какого-то совершенного, более совершенного общества, приближенное к пониманию человека. А в книге «Ваикра» более... отрешенные ближе к какой-то высшей святости. Но одно без другого не может существовать, потому что, основываясь только на интуитивном, на нашем, на собственном разуме, постепенно эта нравственность исчезает. Вот и он говорит, Израиль Ишуру содержит и внешний, и внутренний свет, и нравственность имеет божественный источник, который побеждает, является решающим для всего мира и высияет свет на Мессии. То есть, несмотря на то, что есть важности у того, у другого, их невозможно смешивать вместе, как говорится. Мы как раз говорим о смешении. Поэтому Тара разделяет. В одном месте она говорит об этих законах, в некоторых общих принципах, которые исходят из высшего божественного понимания. А в другом месте она приближает их к нашему пониманию, к нашему интуитивному пониманию нравственности. На этом я хотела уже закончить. Господа и дамы, вопросы к Нахане. Тут что-то в чате есть какие-то обсуждения. Окей, кто-то что-то хочет сказать? Так, хорошо, народ уходит, прощается в чате. Сабаба. Кто-то что-то хочет сказать? Несколько слов. Да, пожалуйста. Вот мне кажется, этот отрывок, он все более актуален становится, потому что ведь генная инженерия сейчас шагает. Да, конечно, шагает. Я совершенно согласна. Я хотела тоже об этом поговорить, но да. У меня выскользнуло в процессе увлечения. Да. Именно этих... так. Вот именно генная инженерия не запрещена в данном случае. Как раз, если вы могли заметить. Потому что это не относится к ее области. Но мы должны здесь быть аккуратны и знать, где проходит граница. Окей. Александр, ты хотел еще что-то сказать? Извините, я, может, перебила, но... Да, ты, может быть, перебила. Может быть, вообще-то. Да, мы тебя слушаем. Я извиняюсь, потому что я сама хотела сказать и забыла. Слушай, Александр из города Саратова. Нет, все нормально. Все нормально. В целом, да. Я тоже об этом хотел сказать, что смысл этого отрывка в том, что генная инженерия, безусловно, не запрещена, потому что наша задача – улучшение мира, продвижение мира. Но его можно понять так, что можно улучшать и работать над каждым отдельным видом, но вот не надо их смешивать и из них делать что-то новое. Вот это запрещено. Вот где должна быть осторожность, потому что... Да. У мичуринцев сейчас будет зуд со страшной силой. С каждым годом он становится все больше. Вот, пожалуй, все. Спасибо, Александр.
вопрос, что такое новое, понимаете, особенно если мы касаемся генной инженерии, где проходит граница этого нового, это очень непростой вопрос, потому что всякие генные мутации, они все время происходят. Они происходят, например, вот не смешение видов, я просто приведу из биологии пример. В какой-то момент были два озера, где-то это было в Сибири, по-моему, было одно озеро, которое разделилось на два. По-моему, так было. Я не уверен точно. Но суть в том, что была одна порода рыб, которая через несколько поколений прошла некоторые мутации, они уже перестали скрещиваться между собой. Понимаете как? То есть, когда один вид с другим не скрещивается, как бы их нельзя скрещивать, да, они перестали давать потомство такое жизнеспособное. И такое же происходит постоянно в... Мне тут давали пример про ежиков, неважно. То есть в каком случае мы считаем, что это новое, в каком случае мы считаем, что это не новое. Я считаю, что это вопрос очень неочевидный и требует сложных галактических решений, разборов. Я недостаточно компетентна ни в биологии, ни в самих законах Килайм. Я думаю, что тут есть много споров, кстати. По этому поводу в какой-то момент, я думаю, должны быть какие-то принятые решения на это. Что значит новое имя? То, что какие-то новые вещи, важные вещи, например, синтезируются для помощи человеку. Может быть, это необходимо жизненно? Вроде как. То, что всякие делают прививки, я не знаю. Может быть, это же тоже каким-то новым методами генами. Или какие-то... Ну, новые сорта, как вы сказали, это не новые, да. Это как бы более вкусные или более стойкие сорта. Но это вопрос очень важный и интересный, конечно. Один из самых главных, я про него забыла, позор. Можно? На самом деле, получается интересно тогда. Вот эти вот... многочисленные породы комнатных собачек, которые совершенно не способны выжить в природе. Получается, что это, в общем-то, нарушение Торы, что их вывели, правильно? Нет, по-моему, так не получается. Это скрещивание различных собак между собой. Они скрещиваются, они производят потомство. Это не разные виды. Разные виды – это те, у которых не может быть, у детей которых не бывает потомства уже потом. То есть, во всяком случае, так следует из комментариев. Вот, говорит, вы создали мула, а у него детей уже быть не может. То есть, они далеко друг от друга стоят. Лошадь и осел. А собаки, они все собаки. Просто они, как сказать, долгим скрещением, вполне, между прочим, разные, очень разные породы собак, вполне между собой скрещиваются и получаются разные смеси. Вы же знаете это. Поэтому это не запрещено, я думаю, насколько я понимаю. И кошек, и так далее. Пока, вот как Александр сказал про генную инженерию, пока это внутри одного, как бы, одного вида, это не запрещено. Окей. Кстати, то, что здесь, в общем, не упоминалось, но на самом деле, ну, это надо просто по-разному читать стихи, это включает также запрет, вот мичуринский такой, да, один вид дерева на другой. Яблоко на грушу, например. Но при этом это запрет действия, а не запрет еды. Например, если таким образом создается какой-то новый плод, его можно есть. Окей. Господа и дамы, у нас осталось очень мало времени, пока народ еще не разбежался окончательно. Если можно, да, я хотел вот, укладываясь в наши временные рамки, буквально несколько комментариев, которые меня в очередной раз поразили, быстренько вам на одной ноге сообщить, хорошо? Возражений нет, принято. Окей. Итак, вот смотрите, какая интересная штука. Значит, самые первые опять. Сколько времени как было ограничено, то я всегда ограничиваюсь комментарием буквально к первым пасукам. Итак, наш самый первый пасук, по имени которого по второму слову ТЦ
назван наш параша, да, написано «Ки ты целый милхама, алю веха», если ты выйдешь в войну на своих врагов, и дальше даст Ашем. И вот это слово «ТЦ» очень интересно. Во-первых, всегда практически вот как бы подчеркивается единственное множественное число. Смотрите, здесь тоже интересно. Странно, что как бы никто из вас не заметил. Очень странно, могли бы заметить. Смотрите, мне сказано, когда ты выйдешь. Ну, ты выйдешь, человек не один. Либо это надо идти в сторону тогда Мидраш и говорить, что действительно речь идет про Ецарара, и то все пятое-десятое. А если вот про Милхаму, ну, человек не выходит один на Милхаму, выходит как бы войной. Опять, почему написано ТЦ? Почему ты выйдешь? Да, Нехама? Все-таки подавляющее в большинстве случаев, когда Тора говорит «ты», имеется в виду обращение ко всему народу, а не лично к каждому. Хотя то... А когда «вы», это обращение к каждому отдельно. Это не 100%. Но это в очень большом количестве случаев. Поэтому большого вопроса нет, по-моему. Окей. То, что Нехама сказал, он прямо противоречит тому, что я хотел сказать, но я тем не менее продолжаю. Итак, вот Хазаль сказали очень интересно. Тем не менее, обратите внимание, что это был Лашон Яхид. А именно в единственном числе сказано. И это не случайно. Почему? А вот тут зависит большой смысл. Смотрите, какой смысл, насколько это актуально для сегодняшнего дня. Читаю на иврите. «Шевшан ленацех сон им вуэвим рак аль едей ахдут Исраэль». Во как! Что можно... Это не противоположно. Это как раз то оно и есть. Окей, писатый гамор. Можно победить врагов только благодаря народу Израиля. И дальше, смотрите, какое продолжение потрясное. Это сказал кто? Черт, вылетело у меня, где-то здесь было написано. Ну, хорошо. Бесен, но во всяком случае, это было сказано не в течение последних 7 лет существования Израиля, а именно читаю. Шевшел на цех шеэр вэвэ, рак аль еде ахдут Исраэль. Кашер коль бнеам мит яцвим бешар бэлэф эхад. В глазах современного израильтяне это лишь кат гиюс, это вообще у нас военкомат. Некий призыв потрясающий. Вот, пожалуйста. Вот если бы я сейчас пошел уговаривать Харидим, почему надо служить в армии? Я бы сказал, написано «Ки ТЦ ламилхама», «ТЦ кулам белеф эхад». Все должны не за получением отсрочки, которую это не хотят брать, а вообще мы победить можем, когда мы все будем тогда, все будут ломиться в военкомат. И вот тогда мы победим. Вот потрясающий комментарий, пожалуйста. Идем дальше. Теперь смотрите тоже, насколько современно сказано «Ки ТЦ ламилхама лю эвеха». Опять. Никто из вас не задал вопроса. Вообще говоря, мы привыкли к тому, что мы мирные люди, да, но наш, кто там, бронепоезд был, да, на запасных путях стоит, то есть, а мы совсем не мирные люди. Это сказано, какие-то целые милхама, когда ты выйдешь на войну. Нифига себе. Не сказано, рой эти самые, как это, противотанковые эти, залезай в бункер, готовь клад получше. Сказано, какие-то целые милхама. Ты выйдешь на войну. Это что означает? Это означает, что Тора говорит, Израиль должен вести войну не оборонным способом, а превентивным. И вообще говоря, до последнего времени, а может быть и в наше время, может мы про это пока еще не знаем, все истории с Ираном, что готовится, 5-10. Основная стратегия действительно была, все время была превентивная. Почему? Потому что чисто технически понятно, Израиль такой маленький, и поскольку подходит, надо всегда продержаться очень малое количество времени, пока подойдут основные силы, а это Милуим. Поэтому вести войну, как ведут все страны, да, затяжные, 5-10, это просто невозможно. Поэтому все время они были превентивные. Окей? Вот тоже мне это очень понравилось. Теперь смотрите дальше, вот интересная штука. Мне кажется, я правильно скажу, что вот в той недельной разделе, которую мы сегодня изучали, было несколько моментов, которые, по-видимому, они совершенно как бы трудно вписываются в современную действительность, да, и требуется какое-то дополнительное объяснение, требовать от раввинов, чтобы они нам объяснили, пояснили, иначе понять невозможно. Не про историю с Ишайяфатор, а именно им, если увидишь красивую женщину, мы с уграми, я видел в комментариях, не сказано, когда написано, если видишь красивую женщину, она совсем некрасивая, она мехуэрет, она ужасная, и вообще у нее яцера. Это другая история. И второе, это бессора рамура. Бессора – это дикая вещь. Даже, дорогой Ури Линец, да? Да-да. Ортодоксальный человек совершенно, по взглядам и так дальше.
Даже он сказал, ну вообще странно, ну что ж такое, ну ест много, ну пьет много, ну что такое, ну любит человек, что-то такого плохого, да, выводить его, камнями закинуть, как-то, ну вообще говоря, неадекватная реакция, да. Значит, вот, с одной стороны, я хочу сказать, по-моему, если это прозвучало, сори, по-моему, я этого не слышал. Стандартное объяснение такое, что нам вот вся эта история показывается в результате как бы, как-то причинно-следственных связей. Человек изначально, вот если изначально придёшь себя нехорошо, к чему это придет? Начнет с того, что он идет за своим яцера и берет, насилует, берет, неважно как, но, в общем, неприглядные действия на войне, берет женщину, потом у нее две жены, начинается балаган, да, и вот он начинаются разборки с женами, с детьми, и вот начинается, в общем, семейный конфликт, доходит до того, что вот, наконец, у него уже такой сын появляется, который вообще просто туши свет, все надо с ним что-то делать, если уж не убивать, то сам же идти к мудрецам и сказать, ребят, давайте его в колонию для совершеннолетних, просто жить не дает парень. Окей? То есть вот есть причинно-следственная связь. Так начинаешь этим, и тебе показывают. А вот я прочел тоже комментарий, он мне очень понравился, я такого раньше не слышал. Как объясняют? Объясняют вот что. Что с одной стороны действительно сказано, что общее классическое объяснение – что Бен Сурер-Муре, его на самом деле такой вот как бы жуткой казни приговаривают, да, или у него наказание. Это не потому, что он реально сделает, а как бы за то, что он делает, вот написано, «Ло дебра Тора, эла ке...» А, секундочку. Речь про то, про что Альшем Софо. То есть на самом деле как бы Тора говорит, что если человек себя так плохо ведет, то на самом деле кончит он еще хуже. Поэтому лучше как бы превентивно, вообще говоря, его, ну вот, совершенно так прилюдно замочить. Но на это уже есть как бы серьезные как бы возражения. Какая аргументация? Аргументация такая. Мы знаем, что те же мудрецы сказали бы Масахет Рош Шана, что Эйн Данин – это Адам, Эла Лефи Масав. Сейчас, секундочку, только выключу. Ну что ж такое? Сейчас, секунду. А что? Действительно, как можно судить человека? Человека судят за конкретные дела, которые он сделал. И в то же Рош Шана, и вообще. Человека не могут судить, исходя из того, мы знаем, что так ведет, ну, парниша, с тобой все понятно. Надо тебя сейчас вычетвертовать, иначе ты кончишь еще хуже. Такого не может быть. Человека судят только за то, что он делает. Поэтому это как-то не очень на самом деле ложится. И вот одно из объяснений, которое я видел, оно такое. Бен Сурер Эмуре Сорер о море. Сорер – это такой буйный вообще, да? Вот. А море – вот не очень понятное слово. Буйный, непокорный, так переводится по-русски. Но тем не менее, слово море, вот так вот мецалцель, тоже у нас чуть ли не вообще море, типа как учитель. Человек, который вообще говоря, он кому-то чего-то говорит, на самом деле подстрекает, да? И вот что говорят. Бен Сорер о море, нейра, альшем софо. Да? Альшем софо. Что значит альшем софо? Альсов Шема Тор Шило. На самом деле, вот этот Шем Тор, а именно, как объясняют его имя, из этого можно понять, что он на самом деле море, в том смысле, что он не просто сам себя ведет неподобающим образом, а море, в том смысле, что он подстрекает других. А вот за подстрекательство это может быть. Ну, вот это то, что я на Бенаке хотел вам сказать. Можно добавить? Если уж ты, да, если уж ты туда в разные полез. Стороны рассмотрел Бен Сурер-Муре, да? Я хотел еще добавить еще один взгляд, и он опирается на талмудическое высказывание, что сказано, что никогда в жизни такого сына не было. Лоаявалюнивра. Да. Не было и не был сотворен такого. Тогда спрашивают, зачем же вообще в Торе об этом написано, ответ такой, ты учи, получишь за учение награду. Странный такой ответ, да. Чего мне учить? То, что мне никогда не понадобится. Да? Но можно объяснить так, что это некоторые... ты это выучишь, чтобы понимать, что всему есть граница. Есть такое место, с которого ты можешь уже свалиться в пропасть. Поэтому это как бы некоторая общая страшилка, да, знать границы надо. Но реально, конечно, таких случаев не было. Так считает там. Окей. Поэтому... Да. Да-да-да. Вот такое. Хотя, с другой стороны, после этого приходит еще один мудрец и говорит, а я был такой человек, и я сам сделал на его могиле. Понимаете?
Ну что ж, окей, всякое бывает. Ну хорошо, давайте подведем над этим черту, правильно? Было бы очень правильно, на самом деле, я вот чувствую сердцем, на самом деле, и я думаю, что это где-то созвучно тому, что вы ощущаете, что у нас очень много осталось невыговоренное, недоговоренное, необсужденное. Вот у нас есть платформа такая, Telegram, она по этим всем подходит, мы как-то к ней привыкли. У нас есть специальная группа, которая называется группа 70. И, к сожалению, там не очень много обсуждений. В основном это только как бы мои объявления или наши объявления. Поставь здесь сейчас ссылку на Telegram, может быть, люди... Да, хорошо, и тогда все вот секунду, Сабаба. Сейчас да. Я вам поставлю ссылку прямо в Телеграме, потому что он права. В чате, да. Да, полсекунды. Да, и было бы очень здорово, на самом деле, продолжать там наше обсуждение. Потому что, когда мы не ограничены во времени, человек может спокойно как бы вот копировать все. Я сделал замечательно. Вот я пишу в чате. Секундочку. Секунды только. Вот, пожалуйста. Понятно, что надо сначала установить Telegram, а потом нажать на этот линк. Вот. Но можете себе его скопировать. Если у вас установлен Telegram, можете прямо присоединиться. А если нет, установить Telegram, это очень просто. Вот, и можете вступить в эту группу, и можно там с удовольствием продолжать наше обсуждение. Да, Гриша, мы с тобой. Совсем коротко. А может такое быть, что вот это правило насчет непокорного сына, что здесь просто смысл такой, что родители не должны во всех ситуациях покрывать своего сына, покрывать своих детей, что все-таки где-то есть грань, за которые этого уже надо перестать делать. Я не знаю, что скажут Юра и Натан, но Тора этого не говорит. Наоборот, она требует, что этот закон реализуется только тогда, когда мать и отец оба придут, и мудрецы уточняют, он требует, чтобы они говорили совершенно одним голосом, и совершенно одно и то же. То есть какие-то нереальные вещи требуются, чтобы все реализовалось. То есть, с точки зрения мудрецов, это нежелательный вариант. Но, вообще говоря, представим себе такую ситуацию, что они таки, да, приходят. Это вовсе так не очевидно, что Тора к этому относится позитивно. То есть, родители, они его родили, они его плохо воспитали. Неважно, оставим сейчас в покое конкретные ситуации, которые нам привела Тора, что, например, это произошло от... изначально от этой красивой женщины, от предпочтения одного сына другому и так далее. Неважно, какие причины. В конечном итоге на родителях лежала ответственность по воспитанию. Они ошиблись тут, они ошиблись там, все мы ошибаемся. И в какой-то момент говорит, все, я не хочу терпеть этого. Пойдем, отвезем он. Как вам кажется? Отведем его к судьям, пускай его закидают камнями. Представим себе родители, да? Это жуть какая-то на самом-то деле. И да. Мне кажется, мудрецы, которые, в общем-то, понимают то, что, на что намекает Тора, они еще усугубляют это, требуют, чтобы много всяких неисполнимых реально условий, чтобы они, например, говорили совершенно одним голосом и так далее. Поскольку это как бы действительно, мне кажется, нежелательная ситуация. Но я не знаю, Гриш, это мое ощущение, мое понимание. Это сложное, Гриш, я думаю тоже, это какой-то чрезвычайный случай. Наверное, Тора нам показывает, что, наверное, бывают ситуации, когда воспитание заходит в тупик. Да, но даже в такой ситуации ты представляешь, что родители отправляют своего сына. Невозможно себе представить, да. Невозможно. То есть, на самом деле, это просто, вообще говоря, реально... Одно маленькое замечание. Я с такой ситуацией знакома. Я просто знала одного профессора, у которого сын был наркоман. И они с матерью говорили, как его убить. И все. Я извиняюсь, но я просто знаю такой случай. Ну, бывает. Я только не хочу сказать, что это желательно. Даже, тем более он не убийца, не подонок, он наркоман. Наркоманы, они, конечно, ужасные люди, но из-за этого, я понимаю, что им было очень тяжело, да, но не укладывается в голове. Будем надеяться, что с Божьей помощью
с нашими детьми такого не случится. Мы найдем способы с ними справляться. С этим? Ну, смотри, даже если у нас наши дети тоже не во всем ведут себя так, как нам хочется, иногда делают какие-то тяжелые неправильные вещи, едят, пьют, не слушаются и так далее. Я надеюсь, что никому из нас не захочется пойти к мудрецам. Седер, какие параметры, что он пьет и ест много, что в этом проблема, как бы, но это все как бы не очень понятно. Что значит ест и пьет много? Ну, сабаба, что плохого в том, что он ест и пьет много? Я что-то не понял. Не, ну там он должен украсть у родителей деньги, ты знаешь, какие-то там это самое, требования там сложные, мудрецы это объясняют более подробно, что он на самом деле делал там. Тем не менее, все равно это... Ну, мне легче воспринимать весь закон как некую страшилку, которая висит над родителями, которые говорят, не запускайте детей, все может скатиться до этого. И они действительно, никто обычно не допускает до этого. Ну, да. Окей. Я предлагаю эти и другие тематику очень интересную про вот Шая Фатор. Продолжить обсуждать. Я могу привести целую кучу разных комментариев, которые каждый в каких-то своих подробностях он рассказывает немного другую историю. Поэтому я не спорю с Юрой. Такая история тоже есть, как он описал. Но я считаю, что гениальность Торы находится в том, что ты можешь увидеть там разные истории. Ты можешь прочесть так, и можешь прочесть так. Она оставляет Нехама, потому у нас и 70 ликов. Да. Она оставляет, Тора оставляет пустоты, как бы, которые ты можешь дополнить своим воображением, своим пониманием. И одна не обязательно противоречит другому, как говорил Раши, если бы у меня было время, я бы еще другой пшат написал совершенно. Да? И эти простые понимания, они обновляются каждый день. То есть обновляются они потому, что мы встречаемся с новыми ситуациями, понимаем мир по-новому. И мы видим другие какие-то грани Торы. Поэтому и вообще, может быть, разные женщины, понимаешь? Может быть, такая женщина, которая себя украшала перед пленом, чтобы, так сказать, выжить. И так Юра описывал, да? И получить хорошее положение. А другая, которая, наоборот, была в трауре, и ей нужно этот траур, и ей нужно дать возможность выйти из него и отнестись к ней по-человечески, а она вовсе не такая меркантильная. Разные женщины бывают, разные истории. Тора, в общем-то, как бы описывает нам их по-разному. Но если хотите, я могу привести разных комментаторов. Посмотрим, если будет. Начнем с телеграмма, а потом мы продолжим дальше. Ну хорошо, господа и дамы, мы можем это кончать? До следующей недели. Да. Мне надо срочно заниматься внуками привезенными. Дико извиняюсь. Окей. Всем спасибо. Все. Всем счастливо. Пока. До свидания. Внукам привет. Пока-пока. Внукам спасибо. Привет. Спасибо. Спасибо. До свидания. Пока. Рекорд.